Центробанк в сентябре может снять ограничения на возмещение убытков при ДТП. Сейчас автовладелец может обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба после аварии лишь в следующем случае. Если участников происшествия было двое, все они застрахованы по ОСАГО, и кроме транспортных средств никто в аварии не пострадал. Согласно новым условиям, ограничение на число транспортных средств, ставших участниками ДТП, будет отменено.